Теперь подробнее об этих и других событиях. 10 ноября сотрудники всех подразделений Министерства внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник. Так и хочется сказать «День милиции», но такой структуры среди наших силовых ведомств уже не существует. Все-таки жаль, но, к счастью, работа подразделений зависит не от его названия. Как говорится, главное не форма, а люди, которые наполняют эту форму содержанием. На праздничном торжественном собрании Некрасовских стражей порядка побывала наша съемочная группа. Сегодня штатная численность сотрудников Некрасовского отдела МВД – 105 человек. По понятным причинам собраться на праздничное мероприятие смогли далеко не все. А вот поздравить стражей порядка с праздником пришли многие, что еще раз подчеркнуло важность и большую общественную значимость их работы. Ваша служба действительно опасна и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Но как только нет полиции, нет сотрудников ППС, ДПС на мероприятиях, на особо опасных участках дорог, да, так у нас там начинают происходить не очень хорошие, приятные дела. 20 сотрудников полиции к празднику получили ведомственные медали за безупречную службу. Более 30 человек были награждены различными грамотами и благодарственными письмами. Ну, вы, конечно, хорошие помощники наши. Как, ну, власть без полиции, это не власть. Вы свою работу выполняете честно, добросовестно. Вот. Хорошо в том плане, что и государство о вас позаботилось. Сейчас вы думали, чем вас награждать. Ну, вроде теперь, наверное, вас ничем не удивишь. Там. Премия там 100 тысяч рублей, там, ну, поездка в теплую страну куда-то. Ну, это все. Что, съездил, проездил. Вот грамота, это вещь, она навсегда. Действительно, без чувства юмора на такой опасной и напряженной работе делать нечего. Тем более, что в последние годы в рядах полицейских все больше представительниц прекрасного пола. В нашем отделе их 44. Настоящие некрасовские женщины могут и в горящую избу, и коня на скаку.